Много деток хорошо. Пятый год подряд в парке Степанова проходит праздник для многодетных семей, организованный общественной организацией «Колыбель». В этот раз формат решили изменить, отказавшись от традиционной олимпиады. Захотели продемонстрировать городу и его жителям, на что способны многодетные семьи. Самые талантливые подготовили мастер-классы. На них можно было получить много полезных навыков, научиться развлекаться дома, затрачивая минимум ресурсов. Здесь мы используем глицерин, но можно дома заменить его на сахар. Одна столовая ложка сахара, две столовые ложки кипятка. И будет пузыри такие же, как в магазине. Так, и глицерин. И твой один. Здесь, например, учат скраббукингу. Навык невероятно полезный. Не тратя большое количество средств, любой ребенок из бумаги сможет смастерить подарок братьям, сестрам или родителям. Почему мне нравится именно скраббукинг? Ну, наверное, потому что возможность творить, она всегда есть и внутри каждого человека, и способность тоже. И она развивается, эта способность. И я заметила, что вот на таких творческих занятиях я занимаюсь с детишками разного возраста, и дети становятся более открытые, более доверчивые, и они друг к другу друг к другу относятся лучше. Семья Лебедевых с «Колыбелью» дружит уже 8 лет. На таких праздниках они частые гости. Юлия и Сергей воспитывают троих сыновей и дочь. Считают, многодетные семьи очень дружные и сплоченные. Дома, рассказывают они, никаких скандалов. Каждый знает свои обязанности и их выполняет. В дисциплине секрет их семьи. Мы очень любим ездить, отдыхать на природу. В деревню каждые выходные мы на Рубское ездим, купаемся, активный образ жизни ведем, всегда участвуем в соревнованиях, в спартакиадах. Организаторы уверены, в каждой семье может вырасти великий в будущем человек, гений или хотя бы большой талант. А подобные праздники помогают раскрыть потенциал малышей. Много деток, это от 3 и до скольки хотим. Вот у нас есть семьи, в которых 12 детей, вот сейчас они пришли. Семьи, в которых 11 детей, тоже пришли на наш праздник. Так в нашей организации, в ассоциации состоит больше 220 семей многодетных. Сейчас в парке зарегистрировано порядка 60 семей. Главное правило такого праздника – не слово о проблемах, о финансовой ситуации или об огромной ответственности, которая падает на плечи многодетных родителей. Для них сегодня только позитив и прекрасная возможность провести время всем вместе на природе. В завершении праздника каждая семья в качестве подарка получила канцелярские принадлежности. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.